Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему, помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, от греха моего, очисти мое, то все беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, право внови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, и отними от меня, Отца. Избави меня от крови Божий, Божий, спасение моего. Правда, возношение всесожигая моя, когда возложат на алтарь Твои тельцы. Вся умершлением Твоим, паче ума Бо, виден был еси мертво живо, наскрылся состав мой, и живо Адаме, и погребем ислевша, да Твоя слава вся исполнише, шел еси в нижней земле, обновляеши человека любче. Иисущем воде, Владыка, не свят разве Тебе, Господи, взывают, разве Тебе, Господи, взывающие, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, гробом и печатьми невместими содержим был еси хотением, ибо силу Твое действие показал еси, богодейственно поющим, не свят разве Тебе, Господи, человека любче, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, гробом и печатьми невместиме содержим был еси хотением, ибо силу Твое действие показал еси, богодейственно поющим не свят, разве Тебе, Господи, человека любче, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Гробом и печатьми невместиме содержим был еси хотением, ибо силу Твое действие показал еси, богодейственно поющим не свят, Господи, помилуй, Господи, помилуй, гроб Твой спаси, воины стригущие. Смерть и ад ослове, державою Твоею, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ад ослове средь, и всесильно детеля, страшным же зраком погибей ныне присно, и во веки веков
и смертно Твоя приятие, и дни мрачные прошедшие, прободен ревно, Содетелю мой, из нее соделайся обновление, Евено Адам был, Адам был. Уснув паче естества с нам естественного зерна вышло. Сын, Слово Божие, Бог и человек, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, человека убийственно, но не Бога убийственно, бысть прегрешение Адамово, ащебо и пострада Твоя плоти, перстное существо, но Божество бесстрастно прибысть, тленное же Твое, на нетление приложил еси, нетленное жизни показал еси источник, воскресением, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, царствует ад, но не вечнует над родом человеческим, Ты воположися во гробе державне живоначальною дланью, смерти ключи разверл еси, и проповедал еси от века там, о спящем избавление неложное, быв спасе мертвым первенец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, царствует ад, но не вечное над родом человеческим, Ты воположися во гробе державне живоначальною дланью, смерти ключи разверл еси, и проповедал еси от века там о спящем избавление неложное, быв спасе мертвым первенец и ныне и присно, и во веки веков аминь царствует одно невечное, над родом человеческим ты бы положися во гробе державне, живоначальною дланью смерти ключи развергнеси, и проповедалась от века там о спящем избавление неложное, быв спасе мертвым первенец. Во спасение нас, поющих, избавителю Боже,
благословен еси, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Богат гроб в себе упремьяка спящего Содетеля, жизни божественное сокровище показался, во спасение нас поющих, Избавителю Божий благословен еси. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Законом умерших, еже во гробе положение, всех приемлет жизнь, и всего источник показует восстание, во спасение нас вопиющих, Избавителю Божий благословен еси. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Единое, бяшее, неразлучное, живое, во гробе, во Эдеме, Божество Христово, Солнцем и Духом, во спасение нас поющих, Избавителю Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Едино, бяше, неразлучно, ежеваде во гробе, во Эдеме, Божество Христово, Соотцем и Духом во спасение нас поющих, Избавителю Божия благословен еси, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Едино, бяше, неразлучно, ежеваде во гробе, во Эдеме, Божество Христово, Соотцем и Духом во спасение нас поющих, Избавителю Божия благословен еси. Возносите во все веки слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о чудес новых, о благости, о незреченного терпения, волю Бо под землей печатлеется, и живышних живые, як льстец Бога клеветается, Его же отроце благословите священницы, воспойте люди и превозносите во все веки, ныне и присно, и во веки веков, аминь. О чудес новых, о благости, о незреченного терпения, волю Его по земле. Радуйся, хвалься, веселяться в сети народней, раб Бог и нися ад, миры жены да стретают, Адама Саеву избавляю, сирот наш и третий день воскресенье. Сердцем тебе славу.
спасение Твое, Христе, спаси. Ангели поют на небесе, и вас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе. Воскресение Твое, Христе, спаси. Ангели поют на небесе, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе.
Yeah.
Отца и во веки веков.
всеми святыми, помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Держава Царствие Твоего благословенно и препрославлено, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Христу Богу предадим.
Епископа Константинопольского Златоустого слово огласительное во святый всетоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Аще кто благочестив и Бога любив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся в радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же да сумнится, ибо ничим же отщетивается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся. Аще кто тотчею достиже, и воедино на десятый час, да не устрашится замедление. Любочестив босый владыка, приемлет последнего, яко же первого. И первого упокоевает, и в единодесятый час пришедшего, яко же делавшего от первого часа. И последнего милует, и первому угождает, и оному дает. И сему дарствует, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложение хвалит, тем же убо внидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду приимите, богатые и убогие, друг со другом ликуйте, воздержанцы и ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся возвеселитеся днесь. Трапеза исполнена, насладитесь все. Телесу питанный, ничто же, никто же да изыдет алчай. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости. Никто же да рыдает убожество, явися общее царство. Никто же да плачет при грешении, прощение будет гроба воссия. Никто же да убоится смерти, «Свободи бо нас, спасова смерть! Угаси ю, и же от неодержимый! Плени ада, сошеды в ад, огорчи его, вкусивша плоти его! И сие предприемый Исаия возопи ад, глаголит «огорчися, сред тебя доли!» «Огорчися, ибо упразднися! Огорчися, ибо поруган бысть!
огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо низложися, огорчися, ибо связася, прият тело и Богу приразися, прият землю и сретье небо, прият еже видяше и впаде во еже не видяше, где твоя смерть и жало, где твоя аде победа, Христос воскрес, и ты низвергнулся еси. Воскресе Христос, и подоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос бы восстал от мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков. Аминь. Thank you.
Сюда на них песня воды и кругов, у меня положено, и сюда их усугубляется. Христос воскресе, и с ним мир.
воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Иисус.
Христа крестистися, Христа крестися, Христа крестися, Христа крестися, Христа крестися, Христа крестися, аллилуйя, и лицом Христа крестися, Христа крестися, аллилуйя, слава Отцу и Сыну Святому Духу, Христа крестися, Христа крестися, аллилуйя, 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 и лицом Христа крестися, Христа крестися, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный ты имя Господне, благословенный Сын Христа, Христа за Царствие Твое, посвященных Его имя всегда и не Христа. Благословенный Божий Господь, и причастие к сотвори Господи, возрадуемся и возвеселимся в Боне. Исповедайтеся, Господи, яко благо, яко век, милость Его. Сей день Его же сотвори Господи. Первое, оба слова сотворит Отце, Отелкие, я же начат Иисус, творите же и учите, даже до дне, больше заповедовав апостолам Духом Святым, их же избрав, вознесеся пред ними же, и постави себе живо по страдании своем, во мнозих истинных знамени, день ми 4000 являйся, и глаголе же в Царстве Божие, с ними же и яды повели им от Иерусалима не отлучайтеся, но ждайте обетования Отча, не же слышите от меня, як Иоанн оба крестил есть водою, вы же имате, креститеся Духом Святым, не по мнозих сих дней, а не живого сошедшися во прошах Его глаголюще, Господи, аще в лето сие, устрояйше Царствие Израилево, рече же к ним, несть ваше разумеете времена и лето, я же Отец положи во своей власти, но примите силу, нашедшую Святому Духу на вы, и будете ми свидетели в Иерусалиме же, и во всей Иудее и Самарии, и даже до последних земли. И Духове Твоему, и мудрость. 24-й, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щедрише Сиона. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
ныне. Премудрость прости, слышишь ты там Евангелия, мир всем. И Боже твоего. От Иоанна, святого Евангелия, чтенике. Вначале без слова, и слово бег Богу, и Бог бег слово, и себе искони к Богу, и все тем выше, и без него ничто же бысть. Еже бысть, и в том живот бе, и живот бе, свет человеком, и свет во тьме светится, и тьма его не объят, и бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн. И сей прииди во свидетельство, да свидетельствует, да все веры имут ему, яко в небе той свет, но да свидетельствует о свете. Веже свет истины же просвещает всякого человека, грядущего в мир. И в мире бе, и мир тем бысть, и мир его не познал. Во имя прииди, во своя прииди своего не прияша, и лиц же прияша его, дади им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его, еже не от крови, не от похоти плоские, не от похоти мужеские, но от Бога родишася, и слово плоть бысть, и вселися в ныне видихом славу Его, славу единородного от Отца испон благодати и истины. И Он свидетельствует о нем, и возглаголя себе его же грех, еже по мне греды, и предо мною бысь, яко первие мне бе, и не от исполнения Его мы все прияхом благодать возблагодать, яко закон Моисеем дан бысь, благодать же и истина Иисус Христом бысть и Духове Твоего. Умышления нашего рце. Священницы, священный монастырь, и всем во Христе, братстве нашем. Блаженных и преснопамятных создателях, святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
прощения грехов рабов Божьих, братья святого храма сего. Яко милостивый человека любец Бог еси, тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Чады Твои в земле украинские сущих, избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролитие, отврати належащие беды, лишенные крововеди в думы, алчущие напитай, плачущие, утеши разделенные совокупи, не оставя стада свои, сродник свои, в озлоблении сущих умолитеся, но скорое примирение ко щедро даруй, ожесточенных сердца умягчи, и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей верным чадом, ее подожди единым сердцем, и единым милостым прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Я хотел чудеса Твои всегда хранили, и Тебе славу воссылаем, вот что и Сыну и Святому Духу, и нечистые молитвы Твоя. Феодора митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический и монашеский чин, весь причин церковный, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Настоятели святого храма сего, благоустроители, благоукрасители, притчи церковные вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
исполним. Молитву нашу Господи, несенных и освященных, чистых добежь, Господу помолимся. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение и устранение грехов и прегрешений ваших, у Господа просим.
Воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть ас. Еще верую я ко сие и самое пречистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же видением и невидением исподоби меня неосужденно причаститесь о святых Твоих тайн, по оставлению грехов моих в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими, не по врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение. Причистых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела и в жизнь вечную. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступайте. Две чаши не затягивать, чтоб причащение разделитесь условно на две чаши и приступайте, кто подготовился, кто был на исповеди, кто получил разрешение от священника на святое причащение. Как зовут тебя? Тимофей, раб Божий, причащается в оставлении грехов своих и в жизнь вечную за Христом. Аминь. Раба Божия Елизавета причащается в оставлении грехов своих в жизнь вечную. Аминь. София, раба Божия, причащается в оставлении грехов своих и в жизнь вечную. Аминь. Раб Божий Даниил причащается в оставление грехов своих и в жизнь вечную. Аминь. Раб Божий Арсений причащается в оставление грехов своих и в жизнь вечную. Аминь. Раб Божий Матфей причащается в оставление грехов своих и в жизнь вечную. Аминь. Раб Божий Макарий причащается в оставление грехов своих вечную. Аминь. Раба Божия Вера причащается в оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Раба Божия Анна причащается в оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Раба Божия Мария причащается в оставление грехов своих в жизнь вечную. Елена причащается тело и кровью Господа нашего Иисуса Христа в оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Раба Божия Наталья. Братья и сестры, кто на исповеди не был, не подходим к чаше.
Христа, во оставление грехов своих, в жизнь вечную. Аминь. Раба Божия Валентина причащается, во оставление грехов своих, в жизнь вечную. Аминь. Раба Божия Валентина причащается, во оставление грехов своих, в жизнь вечную. Александр Божий защищается, в оставлении грехов своих, в жизнь вечную. Аминь. Наталья, раба Божия, защищается, в жизнь вечную. Аминь. Раба Божия, Марина, защищается, в оставлении грехов подготовился, все причастились. Александр, раб Божий, причащается тело и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Христос воскресе! Воистину воскресе! и Тебе славу, благодарение, поклонение высылаю Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Помолимся. Господи, помилуй. Уже всесильный Господи, Вседержителю, и же рабом Твоим Моисеем во исходе Израилеве от Египта и в освобождении людей Твоих от горки работы фараоновы, агнца заклати повелел еси, прообразуя на кресте заклан многоволию на сделе агнца, землящего всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, Ты и ныне смиренно молим Тебя, призри на хлеб сей, и благослови, освяти Его, ибо и мы, раби Твои, в честь и славу и воспоминания славного воскресения того жде Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы вражия, и от адовых нерешимых уз разрешения, свободу и приведение улучиха пред Твоим величеством ныне, во всесветлый сей преславный и спасительный день Пасхи,
сей приносим, нас же сего приносящих, и того лобзающих, и от него вкушающих, твоему небесному благословению причастники бытия сотвори, и всякую болезнь и недуг от нас твоей силой отжени, здравие всем подавая, ты будешь источник благословений, церквам податель, и тебе славу высылаем, безначальному Отцу со единородным твоим Сыном, и пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Владыка Господи Боже наш, Зиждителю и Садителю всех благословим, млека огустевши с ним же и яйца и нас, соблюди в благости Твоей, якода причащающийся их, Твоей независимо подательных даров исполнимся, и неизглаголанная Твоя благости, яко Твоя держава и Твоя царство, силы, слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Призри, Господи Иисусе Христе, Боже наш, набрашно мяс и освети я, як уже освятилась и овны, Его же Тебе приведен. Верный Авраам, и Анса Его же Тебе, Авель, во всеплодие принесе, подобнее тельца упитанного Его же жрете, повелелось и Сынове Твоему, заблудшему и паке в Тебе возвращемуся, да яко же то есть подобися Твоя благости, насладитеся сицей и освященных у Тебе и благословенных, насладимся пищу всех нас, Ты будешь истинная пища и податель, благих и Тебе славу ссылаем, с обеначальным Отцем, с пресвятыми благими, жетворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Благословляется и освящается арта сей окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается арта сей окроплением воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается арта сей окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Будем да будем его дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью восставшим из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и многоспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древние жизнеутверждающие приветствия. Христос воскресе! Ныне на полнота единой Святой Соборной Апостольской Церкви
величает пениями и песнями духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отвергшего нам вход в Свое нетленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось светом, и небо, и земля, и преисподнее, все творения празднуют восстание Христа, в котором оно утверждается. Подобно евангельским женам, мироносицам и иным ученикам Спасителя, которые стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать сию великую радость людям, тем, кто нам близок и дорог, тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: «Христос воскресе!» И как тогда многие столетия назад одни из них, веруя, тотчас отвечают: «Воистину воскресе!» Другие, как апостол Фома, сомневаются и говорят: «Пока не увижу его сам, пока не прикоснусь к нему, не поверю». Иные же и вовсе отвергают эту весть. Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. Если Христос, умерев, не смог воскреснуть, говорит святитель Иоанн Златоуст, то и грех не истреблен, и смерть не побеждена. И не мы только тщетно проповедовали, но и вы тщетно уверовали. Освободив нас от рабства греха, сокрушив власть мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных, Господь возносится на небо, где восседает в неприступном славе одесную привечного Отца. Одновременно Он не оставляет нас здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учениками, которые вместе образуют Его тело, единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Христос, ее глава, ведет этот корабль спасения сквозь бурные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где будет Бог со всем, все во всем. Дорогие братья и сестры, хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств, с Пасхой Божией Спасительной. Как наставляет нас святой апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, который возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Пусть эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на всех путях жизни, пусть они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение наших ближних и дальних. Аминь. Христос воскресе! Волгоградского и Камышинского Феодора, всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Волгоградской митрополии. Возлюбленные о Христе, воскресшем, всечестные отцы, боголюбивые иноки, инокини, дорогие братья, сестры, приветствую вас всех спасительными словами древнего пасхального благовестия, свидетельствующими о нашем неизменном уповании: Христос воскресе! Воистину воскресе! Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, воспевает Святая Церковь, ликует небо и земля, весь видимый и невидимый мир прославляет всечестную Пасху, отверзающую нам райские двери. 2000 лет назад в лоне священного гроба Господня совершилось спасение рода человеческого. Смерть более не имеет власти над людьми, ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут.
Благодаря Голгофской жертве прекращен плач смертных и воссиял свет воскресения, знак высшей Божьей любви к нам. Ныне смерть, которой должен был подвергнуться человек, Христос разрушил своей смертью. Представив цену искупления за душу, душу свою, за тело, тело свое, за человека, человека с большой буквы, за смерть, смерть. Пишет святитель Епифаний Кипрский об этом непостижимом для человеческого ума событии, изменившем все мироздание. О, Великая Пасха! Избавление скорби, ибо из гроба днесь, яко от чертога воссиял Христос, стихиры Пасхи. Неугасимое сияние божественной славы Христа, пронизывая всю вселенную. В свете этой нетленной славы воскресший Спаситель вновь и вновь приглашает нас насладиться пиром веры и торжеством Духа, напиться воды, текущей в жизнь вечную. Потому как человеколюбивый Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Сколь безгранична к нам милость Божия, открывающая нам врата в небесные обители. Святитель Иоанн Златоуст восклицает в своем пасхальном слове: «Все войдите в радость Господа своего, все воспримите богатство благости, ибо для Него настало, ибо для всех настало Царство». Царство света, царство любви, царство добра, царство, которое никакая тьма объять не может. Но, к сожалению, современный мир, где продолжает действовать порочная человеческая воля и искушение дьявола, всячески пытается нас отвратить от радости пасхальной встречи со Христом. Житейская суета, стремительный темп жизни – вгоняют человека в бессмысленную вереницу дней, вселяют в душу тоску, уныние. Но отчаянию не должно быть места в наших сердцах, потому как в любых обстоятельствах мы должны помнить, что Господь победил мир и долготерпеливо ждет нашего свободного устремления к Нему. Так подвигнемся же Ему навстречу, взирая очима веры на воскресшего начальника и совершителя веры Иисуса, открой Ему свои сердца, и тогда ничто, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь уже не сможет отлучить нас от любви Божией. Уже это исцеляющая, спасающая во веки веков Христова любовь соединяется с нашей твердой надеждой на победу, правды и света в нашем личном подвиге. И единственно это пусть отразится на всех сторонах нашей жизни. Пусть заповеди христианства станут фундаментом нашего внутреннего устроения, потому как никто не может отвернуться от падшего мира и обратиться к Богу, если не увидит либо на лице, либо в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни, говорит митрополит Антоний Сурожский. А мы призваны быть такими людьми. Со страниц Святого Евангелия Христос к нам взывает: «Так, когда просветится свет ваш пред человеки, я когда видят ваши добрые дела». Будем же так жить и свидетельствовать о воскресшем Христе добрым примером своей жизни. Закончив течение поста, будем бережно сохранять приобретенные духовные сокровища и помнить назидание евангелиста Иоанна Богослова. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, пойдем по пути духовного возрастания. Простим обиды, укрепимся в благочестии. Сохраним в наших сердцах радость пасхального утра, дабы в единстве веры чистым сердцем увидеть Христа, дорогою ценою искупившего нас от греховного рабства и вечной погибели. В этот священный праздник
духовного освобождения сердечных, поздравляю вас, возлюбленная моя паства, с мироспасительной Пасхой, торжеством из торжеств. Пусть ныне отступит всякая печаль, всякая скорбь, исцелится всякая болезнь и немощь, восставший из гроба Спаситель мира, да озарит всех вас животворящим светом любви и радости. Ибо смерть упразднилась, и жизнь жительствует. Христос воскресе! Воистину воскресе! Божией милостью смиренный Феодор, митрополит Волгоградский и Камышинский, Пасха Христова, 2019 год, город Волгоград. Вот мы услышали с вами приветствие, послание, поздравления наших и святейшего патриарха Кирилла, и нашего архипастыря, правящего архиерея митрополита Феодора. Что добавить к этим словам, священным и благословенным словам? Наверное, нечего добавить, но, знаете, перед службой вспомнились вопросы людей, которые обращаются к священнику, и люди спрашивают: «Батюшка, так Пасха когда? В субботу в Иерусалиме, когда сходит благодатный огонь? Или за поздней, или за ночной божественной службой, когда мы собираемся? Или за ранней семичасовой? Или за девятичасовой Пасха? Когда она совершается?» Знаете, однажды Пасха совершилась, Христос воскрес и совоскресил всех нас с вами. Но Пасха, как говорят святые, Пасха – это Христос за нас в жертву принесен. Христос – это есть наша Пасха. Наша Пасха – Христос. Там, где Христос, там и Пасха. Там, где Дух Божий, там и Пасха. А там, где нет Христа, где нет Духа Божьего, там Пасхи не бывает. Поэтому все наши усилия, все наши старания нужно положить на то, чтобы наша жизнь, чтобы в нашей жизни было место Христу. Чтобы в нашей жизни, если будет место Христу, будет место радости, будет место Пасхи. Искренне этого желаю всем вам, дорогие братья и сестры. Владыка Феодор восклицает: «Возлюбленная моя паства». В этот день можем и мы, духовенство этого храма, повторить эти слова и сказать: «Возлюбленная наша паства, Христос воскресе». А еще в стихире Пасхи есть такие замечательные слова, которые мы с вами должны, непременно должны воплотить в свою жизнь. Вот прямо вот сегодня, прямо вот сейчас говорятся такие слова, что «И ради Христова воскресения простим всем обидевшим нас». Вот ради Пасхи, вот ради Христа, вот как мы перед началом поста совершали святое лобызание перед тем, как войти в Великий пост и спрашивая друг друга прощения, так и сегодня мы должны принести друг другу святое целование, такое вот целование, о котором стихира Пасхи говорит, что ради воскресения Христова простим друг другу все, без всяких «но». Вот простим ради Христа, ради Христова воскресения. И будем праздновать светло и радостно Пасху Христову. Всех еще раз вас поздравляю. Мы прочитали все молитвы. Хоть и служба получилась у нас продолжительная, но достаточно динамичная. Вот как-то так по восприятию. Слава тебе, Господи, хочется сказать. Сейчас мы с вами будем подходить к кресту и так плавненько выходить на улицу, располагаться у малого храма вверху со своими пасхальными приношениями. Молитвы на освящение мы прочитали, сейчас священники выйдут и покропят ваши приношения. Вы их принесете домой и с семьей своей, с радостью вкусите пасхального торжества. И хочу напомнить вам, что сегодняшним богослужением Пасха не заканчивается, а только-только начинается.
сегодня, 28 числа, приглашаем всех вас на крестный, пасхальный крестный вход, который будет совершаться по двум маршрутам. От Свято-Духова монастыря и от храма всех русских святых на 7-й гвардейской Чуйкова 57. Наш храм участвует в шествии от храма всех русских святых по Чуйкова 57. В 17 часов начало движения. Всех вас приглашаю. Надеюсь, вы все придете. Вот. И в 6 часов вечера на площади павших борцов будет совершаться Великая Пасхальная Вечерня с раздачей, встречей и раздачей благодатного огня из Иерусалима, который сошел в эту субботу. А значит, милость Божия с нами еще, по крайней мере, на один год. По крайней мере, ну, Господь нас не оставит, не оставляет. Вот, так что приглашаю и поздравляю вас. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Как я рад сказать эти слова!